это тоже случай на охоте. Мужик возвращается в деревню и на плечах несет огромного-огромного кабана. Селяне спрашивают: о, так ты ж с Петровичем на охоту ушел. Он говорит: да, Петрович. Петровичу что-то вот там стало плохо. Километра два он лежит там в снегу. Так вот то ему стало плохо, а ты кабана прешь. А ты что Петровича бросил? Что Петровича бросил, что Петровича бросил? Так Петровича ж никто не возьмет. А кабана ж я знаю. Сопрут ведь.